Для маленьких пациентов Люберецкой областной больницы в День защиты детей организовали праздник. Волонтеры и творческие коллективы округа подготовили игры, викторины, танцы и сладкие подарки. Первого июня маленьким пациентам разрешили на время покинуть больничные палаты и выйти на улицу. Для ребят подготовили большую развлекательную программу. Вместе со сказочными персонажами дети пели, танцевали и разгадывали загадки. Мне понравилось, как тут детки танцуют. Друг за дружку. Я с удовольствием танцевала. И хочу, чтобы такие каждый день праздники были. Очень здорово. Спасибо вообще организаторам, кто организовал это. Детям очень нравится, даже ему, он маленький, и все равно хлопает, ему очень нравится, спасибо. Поздравить детей с праздником и началом летних каникул приехал Владимир Волков. Прежде всего, вас поздравляю с вашим главным праздником, День защиты детей. Сегодня двойной праздник, это 1 июня, самый долгожданный день в году, когда начинается лето, начинаются каникулы. Каникулы ждали? Ведь хочется пожелать, чтобы вы, конечно же, всегда были здоровы, чтобы быстро поправили свое здоровье. Глава округа пришел не с пустыми руками. Принес большую корзину сладостей. И сами врачи не остались в стороне. Сегодня врачи и медсестры будут поздравлять и детей, и мамочек. А я сегодня, помимо детей, поздравила еще весь медицинский персонал. Потому что это те люди, которые помогают деткам, которые болезни от них отводят. Я всем желаю здоровья, чтобы никогда не попадали в детскую больницу. А те, которые здесь находятся, поскорее выписали здоровыми. В детской больнице сейчас находятся на лечении 372 ребенка. Хорошее настроение, которое они получили, самая прямая дорога к выздоровлению. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.